Это шуфа. Это там стоял, не приезжал. Слушайте, я буду, скажем так, смотреть за ситуацией. Вот, считаю участие в 21 веке в боевых действиях чем-то, мягко говоря, неправильным. Вот, поэтому буду смотреть по ситуации. Ситуация такая, что хотелось улететь. То есть связано с мобилизацией? Ну, в принципе, да. Нельзя сказать, что в панике. Такой сценарий обрабатывался. Билеты стоили, когда я покупал, я, видимо, быстро сориентировался довольно. А границу проходили нормально, просто прошли и улетели. Я бы с радостью прокомментировал, но вы знаете, что мне может быть за это. Но я думаю, все как прекрасно понимаем, никто особо эту войну не поддерживает. Да. И, конечно, это очень больно видеть, что так умирают много людей. Хотелось бы, чтобы это все быстрее закончилось.